Bună ziua! Și nu a ajutat conferința de presă? Nu, nici Jurnal TV. Jurnal TV a spus că te tăiasta. Dar ce, a fost la conferință ori au luat interviu după ce? Ați fost la ei la redacție? Noi am fost, tot una ei au spus că... Dar de ce oare? Sunt cumva rude, implicați? Nu știți? Nu știți de ce ați spus Jurnal TV? Procurorii și-au făcut. A, au făcut presiuni procurori. Da, da, presiuni au făcut procurorii. Deci, care e situația? Ați fost agresat și după aceea tot dumneavoastră vi s-a făcut dosar penal, nu? Sau dumneavoastră povestiți în română, da. Я на русском. Да. Вот я был избит. Да. В 2017 году гражданин Мантьяну, который проживает у нас в подъезде, является начальником охраны Терекс-Петро. După ce eu fac o dosar penal. Am fost închis, tot am rămas curat. Am rămas curat. Am făcut expertiză falsă, tot s-a spus. Și a sabșat начальство. Мы обратились за заявление моего министра внутренних дел официально. Вам зарегистрировали, да? Да, зарегистрировали. Нас никто не принял. Каким? Когда это было? 14.08.2019, номер 2705. 40 дней назад. Да. Вот мы обратились с этим заявлением в связи с теми событиями, которые имело место быть. Я был избит гражданином Монтьяну, который является начальником охраны Терекс-Петро, который проживает с нами в одном подъезде. Мало того, что он нанес увечья, из-за чего мне была сделана операция, по его ложному доносу в отношении меня было открыто уголовное дело по 152 в связи с тем, что он упал. Можно узнать, как вас зовут, я сейчас спустя. Сергей. Сергей, фамилия? Фамилия. Пестеров. Пестеров Сергей. Давайте протестовать, вот, а то... Это заявление, которое было написано на имя министра внутренних дел господина Анастасии, 14.06.2017. И никакого ответа, хотя прошло уже 30 дней, они да? Они дали отписку, якобы они дали... Отправили это в прокуратуру. Господину, сейчас какая-то фамилия... Ага. Все-таки ответили, да? Да, но ничего такого существенного. Понятно. Так давайте протестовать, а то уже 11 часов люди ждут протеста. Цуруящий овец. Да, на бим цуруящий. Всем колозинка. Бун, вин я к вувузела, да. Скорее рысь. Скорее рысь. Помой спара. Скорее рысь. Был дан на рассмотрение господину Моги. Ага. Инспекторат полиции. Генеральный инспекторат. По лживым экспертизам, которые были сделаны в отношении меня и моего отца. Понятно. Потому что, так как был избит человек и сделана была операция перелома кость носа, никогда не может быть легким телесным повреждением. Они так это считали, а да? Они сделали лживые экспертизы даже в мое отсутствие. Понятно. Без меня. Как можно делать экспертизу? Понятно. Так же самая экспертиза была сделана в отношении моего отца тоже без его участия. Человек, которого выбили... И какая-то полиция, ботаники? Буйкан. Ботанику моего отца Буйкана. А, и в ботанике Буйкан. Они выдвинули лживую версию, якобы его ударила машина. Мы не видели ни этой машины, ни какого рассмотрения. Того Мунтяна, да? Ударила машина. А, отца ударила машина, понятно. Полиция Буйкана было дано на рассмотрение прокурора по фамилии Тодерица, который все закрыл и спрятал. Не рассматривал вообще ничего. Ни разу не был приглашен пострадавший, чтобы с ним хотя бы побеседовать. И вы думаете, это некомпетентность или коррупция? Я думаю, тут и одно, и другое. Понятно. Потому что некомпетентность, это понятно, что полиция работает не для народа. Полиция работает так, как выгодно ей. Даже они перешагнули через старого человека, которому возраст, 79 лет это возраст. В отношении меня... У нас работал адвокат Батнарюк Александр. Мы сегодня его сюда пригласили, он даже не пришел. Государственный адвокат или вы ему платили? Частный адвокат. Платили? Да. И не хочет защищать? Понятно. За все время данного судебного разбирательства и всего следствия у нас были 5 адвокатов.
все 5 адвокатов, они пошли в сговор с прокурорами. А в какой стадии, в каком суде сейчас дело? Значит, у нас рассматривала первая инстанция, суд Седиул Централ, рассматривал судья по уголовным делам Бешели Евгений. Были вынесены определения, которые вступили в законную силу. Я выиграл суд, был доказан лжесвидетельствование данного гражданина Амбиана. К нему так никто и не принял меры. И обязали прокуратуру продолжить судебное разбирательство. Обязали прокуратуру дальше рассмотреть данное дело. Уголовное дело, по фамилии Лупашку вынесла постановление после того, как уже было рассмотрено апелляционной палатой и был доказан состав преступления по 287, 187. Прокуратура почему-то не рассмотрела 152-ю, так как мне был нанесен умышленный вред здоровью. Я перенес операцию под наркозом. Это очень нелегкая операция, понятно, связанная с костью носа. Понятно. Прокуроры специально не рассмотрели 152-ю, потому что, чтобы гражданин Мутяну, который живет под покровительством прокуратуры, чтобы он не отвечал ни за что. Ноем решеп с прозвища парка здесь, да? А, тот пестионан? Да. Ну, одата. Ну, да, чеш персона импликата, да? Навем добез, да, так пытаться, да, а, и посибил, понятно. Уголовное дело, которое было сфабриковано в отношении меня 14 ноября 2017 года. Открыто уголовное дело в отношении меня было открыто уголовное дело. Без каких-либо доказательств. И чем закончилось это дело? Было закрыто в связи с тем, что никто не предоставил никаких доказательств. То есть данный гражданин Мутяна, который дал ложный донос, было рассмотрено в суде. Noi ne-am bucurat că mesagerul se interesează de caz, dar ei au zis că-s cu alt subiect. Bă, leu! Puteți filma, dar mesagerul nu filmează fără nu primește indicații. Mai TV e cel mai operativ, are cameră sus, transmite direct ministrul, mai nu mai știu cine e ministru acum. Năstase în febră electorală, a ajuns deputat și-o lăsat, a ajuns ministru vicepremier și-o lăsat, acum vrea primar de capitală să fie. Dacă a fost bun în toate funcțiile, de ce să nu devină și primar de capitală, nu-i așa? Prima ispravă, când a ajuns ministrul de interne, l-a pus pe cumătru, șef la Inspectoratul General de Poliție. Halal reformator.